18 мая 2015 года. На улице вообще очень холодно, дует сильный ветер. Я иду в куртке. Ночью температура опускается до 4 градусов. Вообще, это в мае месяце. Вообще холодина. Хотя вот солнце светит, но очень холодно все равно. Блин, настроение сегодня фиговое у меня вообще. Расстался с девушкой, в этом настроении ноль. Блин, теперь буду от расставания отходить, наверное. Даже не знаю сколько. Да, больно, конечно, когда расстаешься с девушкой. Вообще все как-то сразу меняется. Иногда даже возникают такие мысли, что вообще лучше не заводить отношения. Потом, когда боль расставания, это вообще очень тяжело. Не хочется больше уже боль испытывать. Ветер вообще очень сильный дует. И
Я вообще не помню такого, чтобы в мае месяце была такая холодина. Все ходят в куртках. 18 мая и так холодно. Ладно, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.